Так, мои хорошие, у меня сегодня в планах разобраться со спальной комнатой, то есть хочу кардинально здесь, ну как кардинально в моем понимании, так чтобы мне было не противно от уборки, в общем, сделать какие дела, какие я наметила для себя пункты. Так, снимаю шторы, отправляю их в стирку, далее протираю потолок. Потолок буду протирать самой обычной половой тряпкой, которой я мою полы, но я ее последний раз стирала в стиральной машинке, то есть хорошенечко простирала. Вот так, что у меня она чистая, все нормально, все хорошо. Вообще мне для таких дел, конечно, желательно отдельно тряпку завести. Ну, я это сделаю, я вот в маркет съезжу, завтра, наверное, я дополнительно куплю такую тряпочку. Так, здесь, значит, я протираю плинтус. Потом перейду на кондиционер, кондиционер почищу, верх шкафа, ну и сразу весь шкаф, конечно, люстру почистим. Так, помоем окно. Какая у нас с вами сегодня погодка хорошая, посмотрите, солнечная. Вот, помоем окошко. Ну, в общем-то, у меня здесь не грязно. Я здесь периодически, там, так как это балкон, я периодически убираю. Но стеклышки, конечно, помыть надо. Они уже у меня пыльные. Так, стены также протрем тряпочкой. Пройдемся. Ну, и я так думаю, что программа максимум будет выполнена. Просто останется мне еще произвести самую обычную уборку. В общем, как обычно, самую дежурную такую уборку. Ну, а начну я, наверное, с кухни, потому что у меня вот после завтрака, я тут одновременно завтракала и вот делала свои дела. Вот, короче, у меня что тут? Вот у меня тут, у меня здесь. Я покупала персики, вот когда с девочками сидела. А персики, слушайте, вообще невкусные. Мало того, что они невкусные, вот они моментально, смотрите, гнить начали. Я вот думаю приготовить кексик, может быть, быстренько с персиками. Тут у меня банки я намыла, надо убрать. Здесь у меня посудка, которую я, ну, перемыла во время приготовления завтрака, а это уже что осталось после завтрака, тоже нужно убрать. Ну и, как обычно, нужно газовую плиту помыть. В общем, короче, нужно кухню приводить тоже в порядочек. Вот с нее и начнем. Ну что ж, будем вооружаться губками, тряпками и поехали работать под веселую музыку. Ну, как я и сказала, начнем с кухни. Убираю стол от лишних предметов и протираю его. Далее разберусь с персиками, нарежу их на кубики, а потом либо пущу в выпечку, либо в компот. Перехожу к посуде, которая образовалась и во время приготовления завтрака, и после его поедания. Кстати, завтрак получился на славу, очень вкусный. Но способом его приготовления я поделюсь в следующем влоге, так как это видео я хочу посвятить исключительно мотивации на уборку. Посуду сразу протираю и раскладываю по местам. Перехожу к газовой плите. Ее я промываю с помощью жидкости для мытья посуды. Осталось промыть раковину. Так как она светлая, то естественно берет очень быстро на себя все краски овощей и еды.
Но со всеми пятнами очень легко справляется Доместос. Я с помощью жесткой щетки растираю его по всей поверхности раковины, оставляю минут на 5-10, а потом смываю, и раковина, как новая, блестит и сверкает белизной. Ну вот, пока Доместос работает, я сниму тюль и отправлю в стирку. Использовать буду гель для стирки, пятновыводитель и кондиционер для белья. Возвращаюсь к раковине, довожу ее до ума, освобождаю контейнер для чистых мусора, надеваю на него чистый пакет, меняю полотенце и столовую тряпочку на свежие. Ну что ж, перехожу к потолку в спальне. Тряпку промываю в теплой воде с добавлением кондиционера для белья. Ну, во-первых, сама тряпка будет мягче, да и аромат приятный будет в комнате. Вы знаете, моя уборка только началась, а я уже от нее успела устать. Дом у нас сталинский, потолки высокие. С этой стремянкой я по всей комнате локацию меняла, забралась на стремянку, спустилась с нее, забралась, спустилась. В общем, нелегкая эта работа — тянуть бегемота с болота. А еще постоянно смотреть вот так вот наверх, поднимая голову, знаете, тоже не для слабонервных, нет, не для нетренированных. Нет, такое ощущение, как будто бы я прошла подготовку к космическим полетам. Мне голова кружилась. Постоянно от этого подняла голову, опустила. Ой, в общем, смех и грех. Ну, конечно, не захочешь каждый раз мыть потолок. С потолком я разобралась, и на очереди карниз. Буду протирать его влажной тряпкой. Далее буду переходить уже на кондиционер. О, так, я уже на шкафу, сама за собой не успеваю. Сначала собираю всю пыль мокрой тряпочкой, а потом еще раз также влажной тряпкой пройдусь повторно. Вот смотрю сейчас за своими движениями вверх-вниз, вверх-вниз. По мне можно нарисовать график волны, честное слово. Машенька закончила стирку, и я развешиваю тюль и загрузила уже новое белье. А тут я просто таким жестом подняла себе настроение и укрепила боевой дух. Возвращаюсь к шкафу и пройдусь по зеркалам, дверцам и боковинкам. Так как я наметила на сегодня убирать только поверхности, то в шкафы сегодня лезть я не буду. Для этого я посвящу отдельный ролик. О, добралась я до последнего высокого пункта, до люстры. Эта задача была не из легких. Стремянка подо мной шаталась, она у нас старая,
Вокруг меня открытое пространство, то есть, если что, хвататься можно только за люстру. Но это тоже, как вы понимаете, не лучшая идея. Короче, меня спасала только мысль, что рядом кровать, главное это при падении попасть на нее. Ну и перехожу на стены, я их тоже протираю тряпкой, смоченной в теплой воде с добавлением кондиционера для белья. И то, что это хорошая идея, было понятно, когда по комнате стал разноситься цветочный аромат. Стены протирать намного легче и быстрее, кстати, чем потолок. Ну, теперь я добралась до окна, но для начала москитную сетку промою в ванной. При мытье окон я сначала прохожусь одной влажной тряпкой, собирая всю грязь и пыль, которая скапливается, естественно, на окнах. Потом прохожусь второй уже по чистому, тоже влажной тряпкой, а затем бумажным полотенцем протираю насухо. Другую сторону окна я буду промывать с балкона, и так как кадр будет, конечно, ускоренный, то выглядит это очень смешно. Да, ну, в общем, эта картина мне что-то напомнила. Не знаю, у вас какие ассоциации это вызвало, вы можете написать мне в комментариях. Ну вот, далее я выношу на балкон подушки, чтобы их выбить, и покрывало, и простынь, чтобы встряхнуть. Кстати, тюль уже подсох, и я развешиваю вторую партию белья и загружаю третью. Вешаю тюль на место, я вот замечаю, что некоторые кадры у меня получились темными, я неправильно ставила камеру прямо напротив окна, прошу прощения. Возвращаю москитную сетку на место, и на этом глобальная уборка закончилась. Я не хочу сутками проводить время за уборкой, доводя себя до изнеможения, поэтому глубокие акценты я сделала только на одной комнате. Когда меня посетит муза и нахлынет вдохновение, я то же самое повторю и в других комнатах. Хотя вынуждена признаться, что ведение YouTube-канала толкает на такие подвиги чаще. Далее у меня пойдет самая обычная уборка, протирание пыли, затем пройдусь пылесосом и протру полы. И делать это я буду, естественно, во всех комнатах, просто так как спальня в центре внимания, то покажу эти действия именно здесь. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a
house and a garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. В конце уборки промываю чашу пылесоса и фильтры, и, конечно, промываю раковину, протру зеркало и сменю пакет в контейнере для мусора. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention. And when you're moving in another direction. Машинка закончила последнюю стирку, и я развешу белье. Ну, вот и все на сегодня. Надеюсь, что я смогла смотивировать вас на, может, и не глобальную, но хотя бы легкую уборку. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подпишитесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что впереди много интересного. Делитесь своими мнениями в комментариях и задавайте мне вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Всего доброго. Увидимся в новом блоге. Минуты релаксации. Кофе со сливками. Любимый белый сыр. Клубничка. Виноград черный. А с вас поддержка лайком.